Девочки, давайте еще такой расклад сделаем. Идет ли к вам мужчина вашей мечты? Давайте посмотрим. Будет ли счастье на нашей улице, девчонки? Итак, давайте смотреть, будет ли счастье на нашей улице. У меня, девчонки, идет обряд. И как раз еще записываю видео вам. Не забываем, диагностика негатива на воске, не только. Обращайтесь в WhatsApp по номеру телефона, он в описании. Также на расклады. И, девчонки, свечи программные тоже. И спасибо всем, кто меня благодарит любой суммой, девочки, какую вы пожелаете, которую вы можете отправить за мои общие расклады. То есть я благодарю вас за то, что вы благодарите меня. Это взаимообмен энерго. Девочки, тоже по номеру телефона, он прикреплен у меня к карте Сбер. Итак, давайте посмотрим, идет ли к нам мужчина. Так, девочки, и познакомиться мы можем с мужчиной, который заденет наше сердечко, естественно, не сидя дома. Это будет в обществе. Это может быть общество, в которое вы вхожи, то есть это может быть компания, это может быть работа, это могут быть люди по интересу. Там может встретиться нам мужчина. Давайте раскроем, что же произойдет. Ведь хочется, да, женщинам и внимания, и любви, и поход куда-нибудь, да, и чтобы нас там чмокали ручки, говорили приятности. О, девочки, это будет подарок. Девчонки, это будет подарок. Именно в обществе, неважно в каком, будь вы даже на улице, то есть выйдя в социум, Вселенная сделает нам такой подарок. Господи, это круто. Это будет, знаете, вот как с неба свалился. Это будет шикарно. Это будет подарок, который давным-давно, как сказать там, уже где-то вот, где-то затерялся, но он наконец-то проявится. Только интересно, когда же это будет, да? Причем это будет внезапно. И самое интересное, что даже если эта встреча произойдет, дальше какой-то промежуток времени это будет общение по переписке. То есть по переписке. Давайте посмотрим еще. Все, девочки. Больше знать ничего не надо. Это, между прочим, даже еще и круто. Сделаю вывод, что вы, мы все, у кого там нету, да, сейчас мужчины рядом, да, кто свободен в обществе, то бишь, выйдя куда-то на улицу, либо пойдя в какую-то компанию, либо в какую-то посиделку, я не важно, где там, где будет много народу, на нас обратит внимание, наконец-то, мужчина. Нам даже его не показали, потому что Вселенная считает, что это должен быть подарок. Это должно быть то, чего вы не знаете и не ожидаете. Даже не показали время, когда это будет. И что будут какие-то письма романтические и так далее, это тоже будет. Как это все будет развиваться? Вселенная оставила это в темноте, в тишине, чтобы это было неожиданно, негаданно, и ничего не было испорчено. Это даже, девчонки, еще и лучше. Ну что ж, я поздравляю, надеюсь, что я тоже вхожу, так сказать, подхожу под этот расклад и буду, ну, не ждать, я буду жить, потому что все-таки подарок должен быть нежданный, негаданный. Поэтому поздравляю, девчонки, скоро, может быть, мы уже будем не одни.